Ребята, а вы верите в Деда Мороза? И я верю. Я верю в то, что мечты сбываются. Я верю в ваше достойное будущее. Вы, ребята, заслуживаете чуда, о котором вы мечтаете. В Горлоке сложилась добрая традиция писать Деду Морозу письма о самых сокровенных желаниях. Ведь только в Новый год сбываются самые заветные мечты. А поэтому для вас, ребята, мы подготовили конкурс «Письмо Деду Морозу». Ждем ваших писем. В конкурсе могут принять участие дети города Горловки от 2 до 14 лет. Для этого необходимо купить газету «Горловка сегодня», вырезать купон с адресом Деда Мороза и заполнить его, указав адрес электронной почты, контактный телефон и адрес проживания. Прислать письмо необходимо до 19 декабря 2016 года. Напиши письмо Деду Морозу. Вложи его в любой конверт, принеси конверт в любое отделение почты города Горловка. И жди ответа от Деда Мороза. Дед Мороз выберет лучшие письма в номинациях. Достойный поступок, личная победа, удивительный рассказ, креативное оформление письма. Победители получат новогодние грамоты от организаторов конкурса, а также сладкие подарки. Три самые лучшие работы оценит сам Дед Мороз и исполнит загаданные в письмах желания. В новогоднем конкурсе каждый ребенок получит ответ или подарок от Деда Мороза. 50 лучших авторов писем Деду Морозу, по мнению редакции газеты «Горловка сегодня», получат бесплатную подписку на первый квартал 2017 года. Поощрительные подарки для детей также подготовил и детский магазин «Тигра». 100 призеров будут награждены сертификатами от радио «Стелс» 109 FM. Сертификат дает право бесплатно поздравить своих друзей и близких в прямом эфире на радио «Стелс». 10 ребят получат билеты на новогодний утренник, на радостную встречу с Дедом Морозом в театре кукол. Новый год – пора исполнения желаний. Напиши и приноси письмо Деду Морозу до 19 декабря. Ребята, помните, мечты сбываются.